Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас буквально за 1,5-2 минуты я хочу ответить на вопрос, который часто пишут мне хейтеры с огромным количеством знаков восклицания и вопросов, которые пытаются уличить меня в том, что я брехло вонючее, которое вводит в заблуждение бедных танкистов и несет всякую ересь и чушь. Так вот, ребят, буквально там пару минут назад я увидел очередной комментарий на эту тему, там где, бро, я не знаю, если ты сейчас смотришь это видео, а мы договорились, что ты его посмотришь, так вот, бро, я не знаю, с каким посылом ты писал, я понимаю, что когда пишешь текст, то очень сложно подобрать интонацию и правильно задать вопрос. Но твое количество восклицательных знаков и знаков вопроса, и особенно фраза по поводу того, что ты уже 3 года играешь в танки и никогда ни разу не видел того, о чем я говорю, я хочу тебе в противовес поставить следующее. Первое. Я играю в танки 8 лет и, поверь мне, видел гораздо больше, ну, чем ты. Это для начала, первое. И второе. Ни в коем случае не пытаюсь тебя обидеть. Так вот, третье, что хотелось бы заявить, по поводу 1 бакса за косарь голды. Пожалуйста, вот они, 2000 золота за 2 бакса. $1.99 за 2000 золота. И вот такие вот предложения периодически у меня выпадают. И упадают у других ребят, которые играют на евросервере. Бро, я не знаю, на каком сервере играешь ты. И, ребят, я обращаюсь ко всем остальным, кто смотрит данное видео, кому я сбросил ссылку, либо кто перешел по ссылке в каком-то из моих видео, для того, чтобы убедиться, что действительно предложения по $1 за косарь голды существуют в этой игре, пожалуйста, вот вам живое подтверждение. Это не нарисованная картинка. Вот, пожалуйста, другие индивидуальные предложения в моем магазине. Допустим, 13 мистических контейнеров за 10, ребята, баксов, а не за 15, не за 17. Поэтому, ребятки, если вдруг вы не верите мне на слово, вам, пожалуйста, вот подтверждение, что действительно бывают предложения, они временные, но они бывают по $1 за 1 косарь голды. Я надеюсь, что этим видео я поставил 2 точки. Первое, в споре со мной по поводу того, что таких предложений не бывает. И 2 точку, по поводу того, что я в своих видео кого-то обманываю. Ребят, если вы за честные обзоры, если вы за то, чтобы видеть технику и товары в магазине такими, какие они есть на самом деле, я вам гарантирую, я обещаю, я слово вам даю, что я никогда никого вас не обману, не введу в заблуждение, не посоветую вам купить что-либо, что может вас расстроить. И то, из-за чего вы расстроитесь, будет, ну, вам очень-очень болезненно. Я имею в виду потратить свою голду на какой-нибудь хлам. Ну, а тем более Real Money. Поэтому, ребятки, кто за честные обзоры, пожалуйста, желтый шильдик в правом нижнем углу. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите исключительно честные обзоры на все, что есть в этой игре. И я обещаю, что никогда не буду мочиться вам ни в уши, ни в глаза. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну, обязательно спокойствия. Пока-пока.